12-я школа на время стала центром проведения Олимпиады по иностранным языкам. Здесь собрались ребята со всей области, кто в ближайшие дни будет проходить испытания по английскому и немецкому. Открывали форум под звуки гимна Республики Беларусь. В третьем этапе Республиканской Олимпиады принимают участие 150 ребят. Те, кто уже стал победителем у себя в районе. С каждым этапом конкуренция становится все серьезней, поэтому в словах многих, выходящих на сцену, были пожелания как можно лучше проявить себя и продемонстрировать свои знания. Хочется пожелать вам, чтобы в последующие несколько дней вы показали лучшее, на что вы способны. Конечно, каждому из вас хочется победить, и вы должны к этому стремиться. И мы желаем всем вам, чтобы вы этот шанс на победу использовали. Сегодня очень жесткая у вас будет конкуренция, потому что сегодня много молодых людей имеют очень высокий уровень достижений в изучении иностранных языков. И, наверное, это правильно, потому что сегодня открыты границы для нашего государства, для общения, для сотрудничества, для налаживания тесных связей экономического, культурного, личного характера. И сегодня современный человек должен уметь пользоваться компьютером, должен знать иностранный язык, должен быть коммуникабельным. На Мозырщине уже не в первый раз проходят интеллектуальные форумы. Наш город становился столицей и заключительных этапов Олимпиад. Кому-то из сидящих в зале Мозырь принесет удачу и победу. Однако это уже второстепенно, ведь на первом месте знание и умение совладать с собой. Илона Шавловская, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».